Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Разрешите продолжить книгу Азрата Ходжи Абдулла Ансари «Табакат ас-Суфия». Абу Бакр ибн Тоир аль-Бахри рахматулла анху. Хакикат чист? Хама илм аст ва хама илм хакикат аст. Хакикат, что такое хакикат? Это основа всех знаний, скрытых в хакикате. Хакикат является основой всех знаний. И все составляет хакикат. Абу Бакр бин Саади рахматулла анху хар ки бо суфиён сухбат кунад, бояд ки вайро нафс набувад ва дил бувад ва бо асбоб нангарад ва он биафтад ки ва нораста бавай. Азад говорит, тот человек, который общается с суфием, должен быть без присутствия нафса, а с присутствием сердца. Потому что суфии действуют на сердце человека, признают сердце человека. И когда человек находится в нафсе, маком и нафс, есть маком и нафс, есть маком и калб, есть маком и рух, маком и сир и другие. То есть каждый человек находится на каком-то определенном стоянке в своем развитии. Большинство людей находится в нафсе. И тот человек, который в нафсе находится, ему абсолютно неинтересно будет сидеть с ауле Аллаха. Те, которые находятся в маком и калб, то есть находятся в сердце, присутствие сердца есть, они получают наслаждение от присутствия с ауле Аллаха. И когда они говорят, они на причину не смотрят. Они получают даже наслаждение от присутствия рядом с ними. Азат Ансоли, Ансоли Рахматул Анху, Касеки Инто Ифаро Дуз Дорат, Он Вайро Нагдаст, Яни Бахри Аллах Дуз Мей Дорат. Азат Ансоли говорит, что тот человек, который любит Авлия Аллаха, для них эта любовь полезна, это как сокровище. Есть в их сердцах есть любовь к Авлия Аллаха, потому что эта любовь к суфьям, к Авлия Аллаха, мукаррабинам, является от любви к Богу. Того, кого Бог любит, того верующий должен любить. А Аллах любит мукаррабинов, поэтому мы тоже должны их любить. Абу Бакр Кардиго рахматулла анху, касе ки муштоқ ба марг аст, лаззат беш аз он ёбад, ки зинда аз шарбату шаҳд. Азад говорит, тот человек, который жаждет смерти, он получает больше наслаждения, чем человек, который в этом мире получает наслаждение от какого-нибудь сладкого напитка, от чего-то сладкого. Потому что смерть приближает человека к Богу. И только после смерти, если суждено человеку, увидеть Аллаха своими внешними глазами. Поэтому они жаждают. Азраил омаду гуфт ба азмарк ки бо خشم با رحیم و رحمان شوی ما ترس از مرگ از روی آمد گفت که ما ترس از مرگ که با رحیم و رحمان شوی و به وطن اصلی خود برگردی این جهان منزل است و زندان است مؤمن را و جای عاریت است و بهانه است بهانه فرا رود در حقیقت و حقیقت باز شود و به زندگانی جاوید رود حضرت عزرائیل Рахматулла анху пришел и сказал, не бойся смерти, потому что ты после смерти будешь милостивым и милосердным. Ты возвращаешься в свою настоящую родину. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что ваша родина в Аллахе. Мы здесь все чужаки, мы здесь на чужбине, в гостях в этом мире. Наше место пребывания здесь временное. Не надо забывать об этом.
И не надо строить большие здания, что ты долго будешь. Этот мир, говорит, место подобно тюрьме, заточению находится верующий. И место чужой орят, стыдливое место. И это место непостоянное, и оно уйдет, и только истина останется. А истина – это переход человека в вечную жизнь. Этот мир – временное пребывание. И поэтому никогда не надо забывать об этом. Абу-л-Хайри Ал-Тони Рахматулу Анху «Харки амали худро зохир кунат мроя аст, бахарки холи худ зохир кунат муддаи». Тот человек, который свой, показывающий свои дела, является низким человеком, а тот, который свое состояние хочет показать людям, это человек, который требует на что-то. Суфихут кароматас, бай каромати кароматас. Каромат – это чудотворство, чудо, можно сказать. Азат говорит, что суфи сам является чудом, потому что преобразование в его сердце, в его душе, и то, что они могут чудеса какие-то делать, является чудом. Вот. Лично мое мнение заключается в том, что если человек является верующим, иман является настоящим кароматом со стороны Аллаха, иноятом со стороны Аллаха. Если Аллах Субхану Тааля одарил тебе иманом, и ты способен различать истину от лжи, и не заблудился в этом мире, и следуешь по пути сирот аль-мустаким лучшего каромата, и иноята не бывает для верующего человека. Это настоящее чудо. И чудо именно в этом. Здесь что говорится о отношении суфьев, что для них быть суфьем – это уже каромат. Авлия Аллах, каждый из них имел определенные виды чудотворства, но это другого, тема другого разговора. Дарё бо, что дарё нарават, тира нагардат. Будь рекой, стань частью реки. Ибрахим бин Ахмад, рахматулла анху, маро аджабо яд аскасе ки уро бишнохту. Ва чун уро рох аст, ба худован, ва дар он ро нарафт. Азад говорит, я удивляюсь тому человеку, которому показали дорогу, и он знает, где находится эта спасительная дорога, сирот аль-мустахим, и он не последовал по этому пути. Да, на самом деле есть такие люди, существуют, которые знают, где прямой путь, но ленятся, не хотят. Представляют, что это большой труд и так далее, но они ошибаются. Косив бар сукун ас ба ахвол. Боят муджохидат бо фасод ас дар ахвол, дар амол. Он роки фони шават ас хислатой худ و حدود خود باقی شود و مشاهدتی مطلوب خود و آن بقای جاویدانی است. Следует бороться всегда мы находимся в борьбе, бороться с нечистью, с куфром в своих состояниях. Не допускать того, чтобы нас отвлекает во время молитвы. Мы должны достичь состояния сукуна в своем состоянии. Если мы состояние сукуна не найдем, мы не можем созерцать свет Аллаха.
своей душе и своем сердце. И поэтому мы должны растворить свои чувства, уничтожить свой навс. Когда навс умирает, тогда останется Аллах, ты останешься с душой уже. Тири Аллах чист. Тири у Азназари убуват. Нишон удар таджали буват, кибар навс расад. Ва у би афтад ки гуя ки хеджго зиндана буват. И что такое стрела Аллаха? Стрела Аллаха – это его взгляд. Азаты всегда просили во время своих дуа, что обрати на наш взор. На кого обращает Аллах Субхану Тааля внимание, на него снизойдет нур. И взгляд Аллаха на сердце, если попадает человек, он сжигает в этом сердце все, что чуждо ему. И навс растворится, рассыпется перед этим взглядом. Азат Ансуи Рахматуллах, он говорит, уранатван ба накхак ба баджус сухани у уранатвани шинохт. Янеки Худован ранатвани шинохт баджус аз сухани у ва Корани у ва янеки шинохтану бай шинохтани Худован тасдик асту, таслим асту تسلیمی سخانی اوست با عقل نتوان او را شناخت و با عقل میتونه مخلوق را شناسی و او را نتوان خالق را نتوان مخلوق شناخت برای آنکه ایمان سمعی است نه عقلی حضرت انصاری گفتش تو الله سبحانه و تعالی невозможно познать с помощью разума. И те люди, которые будут говорить о качестве Аллаха Субхану Тааля, сами что-то придумают, это ширк. Мы Аллаха Субхану Тааля можем узнать только через Его Слово, через Коран Его. И это признание Аллаха проявляется с нашей стороны тасдик, подтверждением и покорностью, что я подтверждаю, я покоряю его слову, и человек должен признать, что своим разумом он Бога не может познать. Почему? Потому что творение своим разумом маленьким не способен Творца познать. Потому что, говорит, иман является небесным. С неба иман дается Аллах Субхану ва Тааля человеку. А не с помощью разума. Если ты с утра до вечера будешь говорить иман, иман от этого не появится ничего. Ибрахим Маргинои, дарьобат илмаст. Гуш дарьобат илмаст. Фахам дарьобат хикмат аст. Бау бишнави ва бау дарьоби хайот аст. То, что ты, твой слух находит, это знание. То, что твой разум воспринимает, понимает, анализирует, это наставление. И то, что ты от него услышишь, от него находишь, это есть настоящая жизнь. Шабросе кисм кардабуд. Янеки я кисм Коран хондан. و یک قسم نماز خواندن و یک قسم سه قسم دیگرش مشاهدات کردن است. حضرت ابراهیم مرغنوی رازدیلیال نوچ نا تری چستی. ادنو تری چست نوچ اون چتال قرآن ادنو تری چتال ناچنوی مالیتو дополнительную молитву, и одну треть он делал мунаджат с Аллахом Субхану ва Тааля. Фахир ки бувад? Он ки бау хедж ходжат на бувад. Ходжат хама у бувад. Кто такой фахир? Фахир тот человек, который только зависит от Бога. И никому у него нету нужды. Нужда только
от Бога он видит. Танхои рафики сидиконас. Одиночество – это друг искреннейших. Потому что когда они одиноки, их никто не мешает, и они общаются с Богом. Бузурги бо кадри лазати Аллах аст. Кадри наздики Аллах аст. Величие, говорит, зависит от степени приближенности к Богу. Чем ближе человек к Богу, тем больше величия в него. Его ценность перед Богом. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является величим, приближенным, самым приближенным, самым любящим Аллахом пророк и человек. Поэтому Хазрат говорит, величие, ценность человека по мере его близости к Богу. Абул-Хасан бин Хинд, порти рахматул анро, дильхо бамонанди зарбхо буван, дильхой дустани худа пур аз маарифат аст, дильхой арифон пур аз мухаббат аст, ва шаук аст у муштаку унс. Хазрат говорит, сердца людей подобно кувшинам, сосудам. Это из Корана идет. В Коране Аллах Субхану Тааля обращается к Муса алейхиссалам и говорит ему: «О Муса, говорит, твое сердце подобно сосуду. Так посмотри, ты чем его заполняешь». Здесь Аллах Субхану Тааля нам говорит: всякая душа заложница того, чего она приобрела. То есть это сосуд, что туда попал. Если яд попал, ядовитый станет. Если мед попал, полезным станет. Кули нафса бима касаба драхина. Всякая заложница, всякая душа заложит того, что она приобрела. Кули умра бима касаба драхина. Каждый человек заложит того, что приобретает. Асантум, асантум ли навсикум, асантум фаалайха. О, человек, все, что ты делаешь хорошее, делаешь во благо своей души. Все, что туда заполняешь плохое, во вред своей души делаешь. И поэтому Азрат говорит, сердца подобно сосудам. Сердца влюбленных в Аллах, субханаху ва тааля, друзей Аллаха, подобно свету маарифата. Сердца орифов, познавших, заполнено любовью, страстью и близостью. Ла якуна курбан илля мусафати. Наздик нагоян то мусафати джон набуват. Очень хорошая формула. Говорит Азрат, что никто близость не будет, пока сердце чистым не станет. «Ла ньякуна курбан илля мусафати». Близким не станет Богу никто, пока его душа не станет сафо, чист. Тасавуф ягонаги аст. Тасавуф – это единение. На гои муштак бывает дусбар ман хозираст. Аллах Субхану Тааля никогда не отсутствует. Он всегда присутствует. Где бы мы ни были, в каком состоянии бы мы ни были. Джафар халад рахматуллой анху суфи на бывает, ва агар бывает у суфи на бывает. То есть здесь говорит, что суфи не существует в нафсе. Если он в нафсе существует еще, то это не суфи. Колбат дар дил гум асту. Дил дар джон гум аст. Ва джон дар худа гум аст. Ва зинда ба он асту джавид. Джон чизе ро ишарат кунад ки ибарат бар забан натван кард. Нишан додан бар чизе ки
بینایش است محال است. بینیشان است محال است. Азат говорит, органы человека исчезают в сердце, то есть подчиняются сердцу. Сердце, в свою очередь, подчиняется душе. Душа, в свою очередь, подчиняется Богу. И живет эта душа благодаря тому, что Бог позволит. До определенного времени. Того, что душа может выразить, его невозможно сказать словами. То, что переживает душа, невозможно передавать языком. Поэтому, говорит, показать того, что невозможно, его аналога нету во внешнем мире, невозможно. Есть в науке метод сравнения. Вот метод кьяс называется сравнение. Бывает тогда, когда ты чего-то видел и подоб его ищешь, чтобы его сравнить с чем-то. Но когда ты это не видел во внешности и видишь только глазом души и сердца, ты его во внешности не можешь описать и сравнить с чем-то. Али Хасан бин Мухаммад рахматуллахи анху субат бу али бидат дур мекунад аз хак. Тот человек, который общается с ахли, с людьми, которые делают бид'ат, то есть какие-то нововведения в религии, отдаляет человека от Бога. Поэтому не надо развивать рот и слушать все подряд, всякие людей, которые бид'а делают, потому что от Бога отдалишься. Тасавуф чист. Гуфт вафо ва ахд. Вафо бар ахд аст, он аст ки чизе ро ки бар дил гузашт, уро бикуни. Что такое тасавуф? Это верность, сохранение верности своему обещанию. Сохранить, быть верным тому, что ты обещал. И делать то, что ты обещал. Через сердце то, что прошло. Мы арчи бигуем бикуним, шмо биандишет ва бардил гузарат бикунит. Говорит, мы все, что говорим, делаем. А вы, говорит, все, что думаете, и то, что проходит через сердце, потом делаете. Он же хотир кибардил гузарат аз хак буват вадигар аз дев. Здесь говорится о мыслях. О мыслях, потому что на сердце внушается суранос, где говорится, что внушается шайтаном. На сердце влияет, шайтаны могут влиять, внушая разные мысли. Могут влиять, одна сторона говорит, то есть на сердце может влиять и Бог, и шайтаны. Кто Бога не вспоминает, то шайтан будет научать его. Кто Бога вспоминает, шайтан вообще убегает оттуда. Из сердца, из души, из сердца, из тела потом. Вот так происходит. Поэтому всегда, когда на молитву встаете, всегда представляйте, у вас есть сильнейшие враги невидимые. Это нафс, сильнейший враг, который дает мысли тоже. То есть нам дают мысли, из каких источников внушаются нам. Это нафс с мирским, потому что нафс желает мирского. И наши мысли о мирском будут. Второй – это шайтаны. Третий – ангелы. И четвертый – внушается самим Аллахом. Вахия делает. Эти вахия невозможно ничем. И поэтому мы должны знать, где ангел на нас влияет, где нафс, где шайтан, где Аллах Субхану ва Тааля вахи делает на сердце. Поэтому это нужно разобраться всегда. Это тема другого разговора. И когда мы Бога вспоминаем, шайтан уходит у нас из сердца, потом будут бегать по телу, и потом, когда хорошенько делаешь зикр с присутствием сердца, и из тела тоже убегают,
и всегда буду ждать, чтобы раб забыл о Боге, чтобы опять нападение делать. Всегда они бросают стрелы. У них стрелы всегда направлены на сердце человека, потому что шайтаны умные, у них разум есть. Они академики в любых областях, поэтому они могут что делать? Всегда знают, что надо человека, крепость его, это сердце, надо на него покушаться. Тарих Кисуфьон бар вафо аст, васубат бо Аллах ду харф аст. Иджобат кардан ва истикомат, иджобат и ахду истикомат и вафо. Путь суфьев это верным, верным в общении, и общение Бога имеет две стороны. Первое – иджобат, то есть принятие. Второе – истикомат. Истикомат – это устойчивым быть, верным быть. То есть иджобат и ад, то есть принятие то, что ты обещал, и выполнение верным быть, потому что ты обещал, на себе взял ответственность. Дашарят хазор фармон асту дарайкат як фармон аст. Дашарят хазор сол бо тоат дар тавон йофт ва дар соате дар хакикат ба хазор сол дар натавон йофт. Шариат говорит, есть тысячи приказов, указов, законов. В хакикате есть один приказ. В шариате есть тысячи лет поклонения, может чего-то найти, а в хакикате за один час можно пройти тысячелетний путь, который ты в шариате идешь. То есть происходит быстрее все. Суфиро джузяк набуват. У суфия, кроме единого Творца, никого нету. Хазрати дакирако граматулонахо бааз хакикат дардил нишон додан у гуф илохо бикушки ман токати надорам ва онро бипушонам. И Азрат сказал, что об хакикате в сердце сказал, обратился к Богу, что скрой от меня, что я сам не могу терпеть это все скрыть. Пинхон кардани гайб ва али гайб аз Алло Таало рахмат аст. Поэтому скрывание скрытого, невидимого, от скрытого является милостью. Бандагон токати дидани гайбро надоран, ва хакикат нихон бахак ки ин дуньо, сарои бахона асту у зиндон. Аллах Субхана ва Тааля, есть один рассказ. Один авлия Аллах попросил, Аллах Субхана ва Тааля в пустыне шел и попросил его показать его невидимый мир. И Аллах Субхана ва Тааля показал ему невидимый мир на время, и он ужаснулся, и он даже потом очень сильно просил, что больше никогда это просить не буду, больше никогда не показывай мне этот невидимый мир. Здесь поэтому говорит Азрат, что рабы Божии, то есть люди, не способны выдержать, видеть невидимые. И истина, и поэтому Аллах смотрел, скрыл от них невидимый мир, чтобы, потому что Аллах знает, что человек может выдержать. Каждая душа может выдержать. Мы не можем выдержать, видеть все, что из невидимого мира. Я хочу со своей стороны подчеркнуть, что кое-что из невидимого мира, если мне удалось чего-то видеть, я хочу сказать, что я подтверждаю слова. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля не зря скрыл их от нас. Нам они не нужны, их видеть. Они все уродливые. И это описано в Коране, что головы шайтаны подобны дерево азакум, который восходит из середины ада. На самом деле шайтаны все уродливые. И вот смотреть некрасивое, нехорошее, кому приятно? Никому. Поэтому благодарю Аллаха, что Он скрыл нас, мы не можем выдержать. Это все видит.
Поэтому не надо стремиться видеть невидимое, потому что невозможно. Те, которые видели, вот вам говорят, что не надо видеть. И поэтому Аллах лучше знает, всегда Аллах лучше знает, что полезно для его раба. Юсуф Асир Аматуллах, но чунон чудамки сухани манджуз Аллах касе нами шунават. Яни хакикатро гуфта нами шават. Это состояние этого авлия Аллаха свойственно всем почти авлия Аллаха. Где тот человек, которому я могу говорить открыто? Нету таких людей. Не вижу я таких людей. Поэтому они скрывали это. Скрывали от людей, потому что нет людей, которые способны это воспринимать. К сожалению, такое время. Иншаллах, книга Азата продолжается. Будет время, продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.